дедушка был всей моей семьей. Он был удивительным человеком. Привет, ребят! Если вы искали по этому отрывку название фильма, то он называется «Лев и волк». Она нужна всем гостям, даже самым младшим. Младшая девушка по имени Альма приезжает в гости к Джо. Мужчина живет уединенно в одном из самых живописных уголков Канады. Альма останется здесь на некоторое время, поэтому охотно отправляется исследовать местность. Как-то пес приносит прямо в ее руки маленького волчонка. Озадаченная девушка решает заботиться о диком звере настолько, насколько он потребует вмешательства людей в свою жизнь. Недалеко от дома, где живет Альфа, происходит автокатастрофа. Транспортный самолет перевозил ценный груз маленького львенка. Альма находит зверька. Девушке не привыкать нянчиться с малышами хищников, поэтому маленький лев присоединяется к дружной и беззаботной компании. Если тебя зацепил этот сюжет, обязательно смотри фильм и оставляй комментарии под нашим видео. Подписывайся на канал и ставь лайки.